Красна наша елка! Волшебная фраза из новогодних мультфильмов и елочка горит. Новогоднюю красавицу традиционно зажгли Дед Мороз и Снегурочка. Жителей столицы поздравили представители администрации Симферополя. Сегодня мы зажигаем главную елку нашего города. Пусть эта зимняя красавица подарит нам положительные эмоции и наполнит наши сердца добром и радостью. И не забудьте загадать под красавицей свои желания. Ведь Новый год – это время чудес, и все мечты непременно посбываются. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки концерты и праздничные мероприятия отменены. И это еще один повод отметить праздник в кругу семьи. Это семейный праздник. Я уверен, что все крымчане, симферопольцы встретят его и отметят в кругу семьи. Сегодня просто надо беречь себя, уважать других людей. В связи с пандемией надо понимать, что это необходимо делать, потому что сегодня ситуация сложная. Сотни игрушек и яркие гирлянды новогодняя елка поражает своим величием. Несмотря на отсутствие снега, жители Симферополя постепенно погружаются в праздничную атмосферу. Сегодня, в День Святого Николая, традиционно на главной площади столицы зажгли огоньки на новогодней красавице. В этом году ее высота достигла практически 24 метров. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, на площади людно. Жители и гости столицы с удовольствием фотографируются возле новогодней красавицы. Мы проходили мимо и попали на такое самое, наверное, красочное событие. И такое чувство дежавю из детства пережитое. Елка очень нравится, несмотря на всеобщее негодование, которое уже бурлило в интернете о том, что елка в этом году некрасивая. Правда, очень красивая, очень, мне очень нравится. В центре города уже появились декорации и праздничные инсталляции. Султане Бакал, Максим Голубев, телеканал «Милет».